Ранее объявленному в федеральный розыск 31-летнему Артему Селютину предъявили обвинение в убийстве. Предполагается, что ранее он воевал за ЛНР. Личность преступника удалось восстановить благодаря его следам на месте преступления, а также записям с камер видеонаблюдения. Напомним, трагедия произошла вечером 2 февраля рядом с остановкой гостиницы «Спутник» возле надземного перехода. 47-летняя учительница математики Наталья Тушинская возвращалась после уроков домой и говорила по телефону, когда на нее было совершено нападение. Следователи предполагали, что мотивом стало ограбление. Артема Селютина обвиняют по двум уголовным статьям – убийство с разбоем и разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей. Суд направит ходатайство о его аресте. Галина Жукова, Егор Китаев, 41 канал.